Здравствуйте, меня зовут Ира Ливанчук, и я живу в деревне. Я пошла доить козу и пошла доить доильным аппаратом, потому что я натрудила руку, и она мне что-то так подраспухла и болит. Я решила сегодня ее немножечко успокоить. У меня такой хорошая вешалочка, и прям все достает. Единственное, что розетка далековато, и получается, вот он, шнур. Ну, табуретку придется вот сюда поставить, все тогда. Ну, если хотите, напишите, пожалуйста, вам подробно все еще раз снять или не снять, как это все делается. Эти молочко потекло. Курам не нравится, да? Я их закрыла. Маська стоит хорошо. Она уже привыкла. Можно за время немножко массажировать. Ой. Чуть-чуть. Так, я выключила. Решила здесь все вымыть. Теплой воды козы не допили, и я решила все здесь вымыть. В общем, получилось, буду, чтобы не носить туда-сюда. Тогда курятник надо закрывать, чтобы пыли не было на нем. И все хорошо будет. А здесь двери открыты все время и чистенько. Все, мы начинаем. Тут завтра последнее будет заморозок ночью. Я, наверное, вынесу уже растения. Это не будем ждать засыпать. Видите, тут я уже помыла, принесла вот корзинку. Смотрите, как чистенько, хорошо. Сейчас вот это все помою, а Вадим пошел пилить доски для того, чтобы сверху положить. Видите, вот к железячкам прикрутим проволочкой, и все, и будет очень хорошо держаться. В общем, я всем советую такую систему. Это просто супер-супер. Это и разбирается легко, хранится. Представьте, вот эти рамочки составили в уголочек, и они нисколько места не занимают. Также доски. Ну, классная вещь, классная. В общем, покажу вам еще, когда соберем. Вот этого красавчика было несчастье. Он был на полке на втором этаже, полез в гнездо, куда неслись там глашейки. Картонное гнездо у нас есть. И от любопытства полез в эту в дырку от решетка, там такая пластиковая. Он пролез через решетку и свалился к кученкам. Там его петух начал, наверное, топтать. Видите, у него гребешок немножко поклеванный. Ну и тут, в общем, тоже. Потому что раз петух начал топтать, курочкам это не понравилось. И они накинулись на нее или на него. Я не знаю, кто это, петух или курочка. Если честно, это похоже на лососевую. Вот. Ну, им около 2 месяцев уже. Вот это крупное. Наверное, может быть, петух. Там помельче есть. Ну и все, и они начали клевать ему ее в попу. И вот. Там, конечно, все зажило уже. Ну что, зачем ты это делаешь? Зачем? Ну, что ты, зачем ты это делаешь? Чешется? Потому что заживает все. Так, в принципе, все зажило. Сейчас я его еще немножечко брызну. И надо его уже. Он дома у меня жил. Или она? Кушает хорошо, пьет хорошо, витаминками напоила, все сделала. Живой, помет хороший, все нормально у него. Только я не знаю, где он теперь там будет. Заживает, наверное, видите. Ну, или почистить хочет. Видите, я обрезала тут ему вот эти штучки. Ну, вырастут новые, конечно. Чистит.
Ну. Красивый, 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 очень красивый. Я надеюсь, что вырастет, все будет хорошо. Наверное, это петушок все-таки. Сейчас покажу вот, по сравнению с моей рукой, какой он большой. Видите, большой какой. Хороший, большой, большой, видите? Прям вот очень большой. Завтра отнесу, сегодня не буду. Сегодня-то вам показала его. Хороший. Ничего не боится, я глажу. Вот сидит, хороший, хороший, хороший. Они вообще молодые такие, не боятся. Они такие наглые, честно говоря. Ну, тё, ну тё, ну тё. Девочка или мальчик, не знаю. Ну, похоже на мальчика, потому что большой. Там что у тебя, где там шпоры есть какие-нибудь? Не видно. Нет, какие-то есть. Шпоры есть. Я нашла. Нашла шпоры. Ну, так что это петушок. Посмотрим. Ну что, ну давай, пойдем. Вот ты молодец. Ну все, хороший, все зажило. Сейчас брызну на всякий случай еще. Все, давай на ручку мне садись, пойдем. Ты же умеешь на ручку садиться? Садись на ручку, садись, мой хороший. Хороший, садись на ручку. Хороший, вон зуб хороший, наполненный, все хорошо у него. Поехали. Лёлик, 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 иди, я тебе молока надоила. Ну-ка, иди сюда. Молодец, пришел мой. Давай на солнышко. Давай прям тут кушай. На. Хватит тебе тут. Второй день сегодня даю их аппаратом. Ой, нарциссы вылезли. Калу, какие красивые. Ну, все, сегодня-завтра. Вот не поверите, сегодня последний день, мороз ночью, а завтра, послезавтра все это растает. Прелесть. Здесь у меня нарциссы, где-то тут еще. Вот сегодня опять подоила. Ага, сейчас надо вылить молоко. Принесу сюда сейчас воду, и здесь я помою. Может быть, завтра я смогу уже рукой. Отдохнет немножко рука. Ну вот, литр с небольшим у меня обычно бывает. Прямо тут я приспособилась мыть. Вот это соды и водичка. А потом просто тепленькая. Оставлю сейчас. Все это, когда она засосет, все промоется. Останется сполоснуть ведерко. Оно уже так чисто. Я в нем приносила теплую воду. Не охота таскать весь аппарат домой обратно. Ну, вот так намного удобнее. Единственное, что еще можно придумать. Во-первых, закрывать курятник всегда, чтобы пыль не летела. Во-вторых, или шкафчик какой-то сюда хороший, такой большой, или просто марлей какой-нибудь накрывать. Или каким-нибудь этим акрилом накрывать, чтобы совсем ничего не летело. И все. А когда у нас здесь вода будет, видите, у нас же здесь вода проведена, но еще все застыло. Когда вода будет, тогда вообще прелесть. Все будет отлично. Очень удобно мне будет. Быстренько покажу, ничего такого. Переселили в эту теплицу индюков, потому что сегодня 11 апреля, а мы будем через 2 месяца только сюда сажать. Я в начале июня в эту теплицу обычно сажаю помидоры.
Ну, вот так вот здесь водичка у них, еда, гнездо. Вот там закрытое сверху все, насест, а внизу так вот гнездо темненько сделала. Вот, успела она снести уже яйцо, видите, забрала. Все там проветривается, все хорошо. Сейчас покажу, где утки. В этой теплице кабели Вадим сегодня подключает. Вот этот и вот этот. Но я буду сажать сюда, пока помидоры. Сюда не будет. Здесь тоже кабель есть, но сюда он будет проверять, как работает. Все-все. Так. Здесь у нас будут уточки. Вот видите, как у них сухо, хорошо. Гнезда у них пока нет. Сейчас я принесу гнездо и закрою вот так вот сверху. Сейчас. Надо подумать, как его закрыть. Что-то в это колесо никто не хочет нестись. Не знаю. Так, вода будет снаружи, как всегда. Ну, в общем, им тут будет нормально. Завтра, сегодня минус 2, завтра минус 1, а потом плюс показывает. Ну, будут какие-то заморозки, конечно. Ну, в общем-то, это не, уже не так и страшно. Эта стенка теплая у теплицы будет. Им здесь потеплее, чем на улице, все равно. Это, видите, закрытая, вся затянута пленкой. Ни ветра, ничего здесь нету. Еще здесь хорошо. Если открыто, только вот сейчас с той стороны подойду. Ну, вот здесь есть дорожка уже. Кстати, здесь вот земляника посажена, мы за ней ходим. Надо сказать Вадиму, что не вступал. Вот. Еду мы там кладем, это для еды делали. Ну, видите, тут плохая крышка, надо переделать. А вода здесь у нас обычно стоит. Так, что-то тут не то. Какая-то доска, вот эта, она не должна тут лежать. Убрать доску, сюда поставить. А, эта доска так и есть. Это от грядки. Ее выпирала просто пониже ее. Надо прям кувалдой постучать. Она упадет, и в эти дырочки они достают. Так. Ну, все хорошо у них тут. Они тут и жили, и росли, и выросли тут в этой клетке. Так что они привычные. Эти солому ест. Пошла в гнездо солому есть. Ну, давайте, оставайтесь. Вот все, водичка. Ути, ути, ути. Что? Идите, пейте, ешьте. Вот так у нас будут утки жить. Не знаю, последний сезон, наверное, что-то надоели они мне. Ничего не несутся, ничего с ними не происходит. Нахлебники. Так, тут кормушка у нас подсломалась. Сейчас Вадим поправит. Пилок посыпала. Вот. Так вот, там под гнездом сухо все. Что-то не туда пошли. Сейчас я вас. Так. Идите к папочке к своему. О, дверь открыла. Сейчас они зайдут в сарай. Ох ты. Теперь к папочке. Идите, где папочка ваша? Ну-ка. Ну-ка, давайте к папочке. Ну-ка, догадайтесь, где ваша папочка сидит. Ну-ка, ты Петюнь зови. Вот, молодцы, хорош. Зовет, 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 зовет. Зовет. Иди. Ага, вышел. Вадим, ты где? Вадим. Домой, 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 домой. Молодцы. Хорошие девочки, мальчики. Давайте, вот и все. Вот и дома. Живите себе. Все, моя задача не заморозить яйца. Ну все, вот и все. Там горка хорошая, вам не видно, но они ее разгребут, и получится там хорошо, пышненько. Горшок вот этот, это закрыта малина, у меня там кустик малины. Потом, когда земля растает, пересажу его оттуда. Закрыла, чтобы они там не разрыли как следует, ничего. А еще в гнезда, видите, два кружочка внутри, где насест, они там ночуют. Там тепленько, и гнезда еще опилок сейчас положу. Ну, в общем, вот так вот у нас. С какого года? С 16-го года. 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й. О, 7-й год, Вадим, уже у нас. Представляешь, 7-й год этот курятничек у нас живет. Вот.
прелесть. Я вам хочу показать старый инкубатор «Птичий двор», как он хорошо моется. Смотрите, он белоснежный, отмывается просто идеально. Вот, абсолютно такой же. Единственное, что вот у нового вот здесь две, а у нас просто обычные дырочки. Так, подождите, к тому подойду и скажу кое-что. Сейчас я его выключу, чтобы он не гудел. Хотела сказать вот про этот инкубатор еще добавить. Я забыла в прошлом видео сказать вам про то, что его можно приобрести на площадке Озон, на Озоне, и можно на сайте Инстагра, в интернет-магазине. Так вот, в Инстагре он стоит... раньше он стоил 9900, это инкубатор. Сейчас он там стоит 6900, потому что сезон заканчивается, у них хорошие очень скидки. Вот. А на Озоне, если... то он стоит 8400. Ну, и, в общем, смотрите, если на Озоне заказывать, там доставка бесплатная, наверное, а с Инстагра вам придется доставку какую-то с деком там или что-то заплатить. Так что рассчитайте, посмотрите, как выгоднее, так и заказывайте. Вот про цену только хотела сказать, потому что меня спрашивали, а я написала просто. Ну, так, наверное, лучше получится. Ну, как бы лучше услышите вы меня. Класс, все видно, смотри. Смотрите, прожектор с той стороны теплицы, прям просто на этом, на крыльце. И все видно. А я пришла вам показать стеллаж, который Вадим сделал. Смотрите как. Это вот идеально. Снизу еще земли подсыпем. Сегодня уже выносила немножко помидорки для закаливания. Вот такой стеллажик. 4 метра длиной. Он шире получается, чем в той длинной. В той длинной теплице мы не будем стеллажи делать. Очень далеко ходить. 60 метров, представляете? Ну, 50, может, от дома. Но все равно до машины еще таскать эти туда-сюда ящики не хочу. Все, сделаем вот так. Здесь и помыла уже я все стенки. Вот эту помыла, а эту еще не мыла с этой стороны. Вот так вот еще будет стеллаж. И с этой стороны будет, и все. А потом, ну, когда рассада пройдет, в общем-то, я... мы посадим сюда, ну, что-нибудь посадим, не знаю. Может, огурцы, может, помидоры, даже не знаю, что. Вообще класс. Мне очень нравится. Мне намного лучше нравится, чем там. Из-за того, что здесь намного ближе. Вот. Ну, вот только вот я для этого попросила Вадима включить прожектор, чтобы вам показать. Потому что надо видео монтировать сейчас и выкладывать вам. Ну и все. Кому понравилось мое сегодняшнее видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями. Пишите добрые комментарии. И делайте такие стеллажи, потому что это очень удобно и просто. Ну, как сказать просто? Я же не сама это делала, но я по конструкции имею в виду. Хранить легко и делать... Ну, Вадим, ну что, сильно, сильно сложно это? Ну, это рамки мы сделали несколько лет назад. Ага. Они вот остались, сохранились. Да, но это дальше, вот... Дальше только доски нужны. Да, прошлогодние рамки вот эти, они... Мы просто их вот так ставили вертикально, и они были уже и выше. А сейчас... так поставили, шире получилось, ниже, ну, идеально просто. Я считаю, что это просто вот находка. Это я подсмотрела в Ютубе, Вадим, помнишь, да, это Борис Борисов, да? Он, у него так сделано, и я считаю, что это гениальная находка, вот так вот делать стеллажи. Ну, все, я уже попрощалась, и лялякаю, лялякаю, все, пока-пока. Завтра вам сниму все про растишки, а вы пока скажите, что это такое у меня взошло? Так хорошо, активно взошло. Завтра сниму вам обязательно все, что у меня растет, что я пересадила, что пикирую, что делаю.